Секретное место на башне Арасаки. Находится это место рядом с промышленным парком Арасаки. Стоит тут вот такая одинокая высотка. Сюда можно попасть только при помощи импланта на ноги, укрепленные лодыжки, с помощью которого какое-то время можно парить в воздухе. Для начала нам нужно попасть на стройку рядом с этим зданием, где еще Виз и Такемуры следили за базой Арасаки. В общем, как бы я ни пытался, я не смог попасть на платформу. Но один черик смог. По идее, не так уж сложно, но на практике главное перепрыгнуть со стрелы одного крана на другую, и там уже можно попасть на начальную площадку, а там уже наверх. Достигнув площадки, там нас будет ждать надпись «Well done», переводится как «Молодец», и два сундука с эпическими ништяками. Говорить не буду, что именно там находится. Доберетесь и сами все узнаете. И пиши в комментах, удалось ли вам залезть на эту площадку.